Овнам из нашей академии в 2016 году будет очень сильно вести на пути в гардероб. Они не встретят ни одной преграды до заветной бирочки. А общажным и так везет. Под мерцанием звезд в следующем году тельцы ни разу не опоздают на пары. Самым коротким ожиданием 2016 года для близнецов окажется ожидание вузовских и общажных двойняшек-лифтов. Главным успехом для рака в 2016 году будет нулевая попадаемость на глаза Александра Петровича Шлопака. Львы почувствуют себя королями общежития. Только вам будет предоставлена возможность приходить после 11 часов вечера и не ждать вызова к Александру Петровичу, даже если вы не из общаги. Наши девы будут настолько удачливы, что они не потеряют ни одного балла на семинарах. Если вы весы и боитесь, что вас отчислят, сделайте рефрейминг, зато у вас может появиться много свободного времени. В этом году скорпионам не придется обороняться от деканата, потому что их не пригласят ни на одну учебно-воспитательную комиссию. Стрельцам стрела стипендии будет прилетать вовремя и точно в цель. Козероги, обезьянка-хулиганка подарит вам плащ-невидимку, который поможет вам преодолеть очереди в Лондиниуме. Водолеи, а вам предоставляется возможность сдать сессию особым методом. Просто добавь воды. Звезды советуют рыбам не молчать на семинарах, ведь судьба вашей зачетки в ваших плавниках.